говоря, если вдруг вы уже проснулись, то можно немножечко и потанцевать. Я вижу, что тут волей-неволей эта нога задвигалась, и тело подключилось. Доброе утро. В памяти картинка, мы стоим в обнимку. Легкая морщинка от улыбки на щеке. Вот бы проявить тот снимок. Дни, недели, зимы согревать бы мог. Но он был на песке. И до прибоя, и до дождя, до слез из глаз воспоминаний уходящих. Пусть видит, кто ты, пусть видит, кто я. Проснись и думай о хорошем. Да холодка по коже не поможет ли. Пусть на правду так похожи, и кто там их найдет ответ. Проснись и думай о хорошем. Да холодка по коже не поможет ли. Пусть на правду так похожи, и кто там их найдет ответ. Да, действительно, просыпаемся с мыслями о лучшем. Доброе и вам тоже, кстати, утро. Спасибо за то, что с задором всегда начинаете его для себя и для всех, кто смотрит «Губернию» и «Утро с губернией». Рад оказаться здесь в гостях. Вчера вещал с большой сцены на площади, а сегодня в прямом эфире передаю всем вам лучшего пожелания, пожелания лучшей недели, вот даже так. Потому что кто-то свой день, может быть, только еще заканчивает. А у всех уже начало нового дня с улыбкой. И до прибоя, и до дождя, до слез из глаз воспоминаний уходящих. Пусть видит, кто ты, пусть видит, кто я. Проснись и думай о хорошем. Да холодка по коже не поможет, блин. Пусть сны на правду так похожи, и кто-то в них найдет ответ. Думай о хорошем, да холодка по коже не поможет ли. Пусть сны на правду так похожи, и кто-то в них найдет ответ. Кто-то в них найдет ответ. Давайте представим. Во-первых, у нас в гостях сегодня со своей, что немаловажно, авторской песней резидент арт-кластера Таврида, солист и художественный руководитель мужского квартета «Триумф» Владимир Бабенко. Для меня это было первое прослушивание песни. И что я хочу сказать? Я тут немного потанцевал даже, слава я богу. Я 5 лет надеюсь, работаю, этого не я ни разу не видела, как он танцует. Это редкость, действительно. Для меня это было, знаете, какой-то хабаровский Джамайруквай и такой Simply Red дальневосточного разлива. В общем, классная песня. Более того, я хочу сказать, Владимир не так давно выпустил свой первый песенный альбом «От Сахалина до Калининграда», так он называется, и он представил его в Хабаровске в рамках фестиваля «Амурфест». Я думаю, многие наши зрители смогли это увидеть. Спасибо большое, Владимир. Слушайте его песни с альбома, с этого его первого песенного, и ищите их на музыкальных сервисах.